За что доставлен в 28-й отдел? Бабушка обидел. Каким образом ты ее обидел? Ну, зашел в подъезд, хотел сумку ее взять. И дальше что было? Ничего, но хотел сорвать сумку, но она начала кричать, все, я успокоился и пошел назад. Ранее садим ты? Нет. Что-то хотите сказать бабушке? Бабушке хочу сказать большое извинение. Ты очень сильно извиниться хочу перед ей.